Иранская делегация во главе с губернатором провинции Гилян Асадалой Аббаси прибыла в Дагестан с представителями Исламской республики. Встретился премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Цель встречи – актуализировать соглашение между сторонами о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. Хотел бы отметить, что в условиях масштабных санкций со стороны недружественных стран товарооборот между Дагестаном и Ираном за прошлый и текущий год имеет устойчивую положительную динамику. Экспорт увеличился более чем в 2 раза. Развитие транзита через международный транспортный коридор «Север-Юг», установление пассажирского и грузового авиасообщения, организация паромных перевозок. На встрече затронули эти и другие вопросы. В рамках визита в Дагестан представители Ирана планируют провести ряд деловых встреч с руководством промышленной палаты и бизнес-сообществом республики.